Денег, правда, насыпали прилично. А опыта вообще не дали нам. Наша победа близка. Прикинь, что творит, а? Опа, а чё это? ПВДшник, блядь. Смотри, что тварина в меня врезался, а? Ты кто? А вот это, блядь. Какой? Сука. Какой, какой? Да вот этот пидор. Пушки сломал мне, блядь. Врезался мне на самолете, на. А, который этот самый мне писал, что ли? Да. Нагадивший волчонок, как шикаренок, сменил ник и попытался спрятаться. Но мы нашли его. Неужели он не понимает, что аккаунт в игре можно отследить? А вот его история сквадронов. В каких только полках этот игрок не был. Как проститутка шарился по полкам. Понимает ли он и его однополчане, что такие негативные действия запомнят не от волчонка, а от полка ПВВД.